Добрый день, добрый вечер всем. Рада вас видеть, приветствовать. Как меня видно, как слышно? Напишите что-нибудь. Я уже здесь вас приветствовала, друзья, партнеры. Так, пока люди подключаются, я так надеюсь, что спешат. Будем постепенно вводить их в курс дела. Так, может, поторопите своих партнеров. Угу. Так, добрый вечер, Закир. Да, смотрю, Грузия у нас, Мзия, да, Мария. Да, рада вас видеть. Так, Татьяна. Так, тут Николай. Ну, отлично. Хорошо. Так, Давид, Любовь. Угу. Так, ну что ж, начинаем. Постепенно люди будут подключаться. Я думаю, что они подхватят мою мысль. Вот, тем более, что мы все вместе в одной теме. И так. Я надеюсь, что меня хорошо слышно, хороший звук. И приступаем. Я хочу представиться для тех людей, кто меня не знает. Меня зовут Наталья Косполова. Я предприниматель. По профессии, по образованию я педагог. И несколько лет, более 20 лет я занималась бизнесом. MLM, сетевой маркетинг. Так что я знаю, что такое быть новичком, я знаю, что такое подниматься по карьерной лестнице, я понимаю прекрасно все чаяния человека, нового человека, дальше лидера, того человека, который теряет свою сеть, поднимает с нуля. Я знаю все усилия, ваши усилия, и я вас чувствую, и я знаю все боли, я знаю все, и также и знаю и успех, и ощущение полета, то есть абсолютно все, что касается этой индустрии. Ну что ж, давайте мы рассмотрим вместе с вами простые шаги, приводящие к успеху. Так вот, что же такое успех и зачем он, этот успех? Стоит ли смотреть в эту сторону? Вот. Я считаю, что тот человек, который боится неудач, боится успеха, он также избегает и успеха. Поэтому давайте мы сейчас, да, вперед. Так, так, угу. Так, слайды. Перейдем к первому слайду. Сейчас я его открою. Так получилось. Все. Вот. Итак, что же важно изучать партнерам? Во-первых, когда ты работаешь в бизнесе, когда ты включаешься уже в определенную компанию, в частности в компанию SVC, то здесь важно изучить и маркетинг-план, и продукт, и историю компании, и идею, потому что ты здесь передаешь это знание и понимание другим. И прежде всего, чтобы передавать людям, да, важно самому понимать, куда ты идешь, к какой карьере ты стремишься, какой продукт ты продвигаешь. Ну и, конечно же, что здесь получить? Это получить навыки партнеров, бизнес. Но и, конечно же, следствие, да, какое следствие вы хотите получить? А какой же результат? Каждый свой хочет получить результат.
Результат качества жизни. Да, качество это результат, это финансовая свобода. Какой еще результат? Можете также помочь мне и написать здесь в чате, какой результат вы хотите получить, чтобы мы с вами сегодня общались, чтобы у нас сегодня был не монолог мой, а диалог. Каждый человек, он действительно хочет что-то свое получить. Кто-то моральное удовлетворение, кто-то хочет помочь генеральному конструктору, да, воплотить его мечту в жизнь. То есть здесь цели у каждого человека разные. И пройдем сейчас, вот моя задача сейчас пройтись по нескольким темам. Я их прописала. И первое, с чего начинается наша партнерская здесь жизнь, компания SVC, можно так сказать, да, с чего мы стартуем, это с самого себя. Это я. Кто я? Какова же моя миссия? Личная миссия. Она ставит перед нами ряд вопросов. Да? А что действительно важно для меня? Кем я хочу стать? Что я хочу сделать или что я хочу осуществить? Вы знаете, именно эта личная миссия помогает тебе рассматривать бизнес не просто со стороны денег, не просто со стороны карьеры, а со стороны ценностей, со стороны убеждений. И именно это привлекает в данный проект больше и партнеров, и также, конечно же, создает тебе больше и авторитета, и у тебя возникает свое собственное личное позитивное отношение к самому проекту. И если твоя миссия совмещается с миссией компании, то здесь это вообще двойная сила. Это усиливает тебя. Следующее, да, по плану, о чем я хотела сказать, да, это наши цели. Конечно же, куда же без цели, да? Если нет цели, то в какую сторону идти, в какую сторону смотреть? Вот. Итак, есть очень интересная схема, схема, которая помогает, помощник, поставить цель. Схема это называется SMART, по SMART-у. В менеджменте создан такой уникальный инструмент, вот, который помогает поставить, да, цели абсолютно конкретные, абсолютно измеримые, достижимые, да, цели значимые, ну и, конечно, цели, ограниченные во времени. Это менеджмент. А то, что касается обычного партнера, того человека, кто проживает свою жизнь, и вдруг он попадает в бизнес, да, в бизнес, то, вы знаете, у него есть масса нереализованных целей, масса желаний, масса хотелок, можно так сказать. Так вот, приведу такой небольшой пример. Однажды, когда я заключила контракт, самая первая моя была компания, и я попала на тренинг как новичок. Что мне какую задачу мне поставил наставник, да, это написать на листе 101 цель. И я выполнила это. Я написала, я пришла домой, я села за стол, не было тогда никаких ни компьютеров абсолютно, ни ежедневника. Была такая детская тетрадь школьная. Я написала больше, чем 100 целей. Эта тетрадь у меня сохранилась, когда я переезжала в другой город. Вот я ее открыла и увидела,
что 90% моих целей осуществились как раз благодаря системе индустрии сетевого маркетинга, моим усилиям, моей работе. А 10% целей, я посмотрела на них, они не осуществились, потому что они уже были не мои в процессе моей работы. Уже у меня поменялись ценности, взгляды на жизнь. Они стали абсолютно бесполезны. Я так поняла хорошо, что они не осуществились. И что же я сделала дальше? Я поставила, открыла тетрадь, уже ежедневник. И абсолютно осознанно я написала те цели, которые я захотела осуществить следующие. И когда пишешь цели, то начинаешь ощущать здесь и сейчас момент времени. Ты не хочешь время терять. И таким образом ты еще и делишься с людьми своими целями, и люди видят твою позицию, видят, что ты не хочешь действительно терять своего времени. Терять свое время просто так, или терять свое время с теми людьми, которые цели не ставят. Вот. Ну что ж, двигаемся дальше. Есть цели долгосрочные, краткосрочные, да, среднесрочные, так мы их называем, да. Вы знаете, когда я прописываю цели, я действительно всегда их начинаю отфильтровывать, можно так сказать. И если брать краткосрочную цель в компании SVC, если мы откроем маркетинг-план, то, конечно же, так, то, конечно же, в первый месяц, я считаю, что это краткосрочная цель первого месяца, это сделать квалификацию лидера. Как лидера для себя, я вот когда вошла в компанию SVC, то это была моя первая цель, и я распланировала, я создала такой для себя в ежедневнике такой план. И квалификация лидера мне показалась для меня первой высокой планкой. Но когда я стала беседовать с людьми, то эта планка для меня стала абсолютно быстро достижимой. И я хочу вам сказать, что ставить вот эту вот просто для себя планку – быть лидером, да, по маркетинг-плану в компании, это очень маленькая цель, это первичная. Потом следующая цель, конечно же, я запланировала, чтобы у меня было в первой линии три лидера. Таким образом, я стала в квалификации мастер. Давайте я сейчас открою маркетинг-план и рассмотрим, что же это такое. Маркетинг-план партнерской программы SkyWorld Community. Маркетинг-план отличается тем, что он накопительный. Вы знаете, в этом также его уникальность. Это уникальный маркетинг-план. То, что ты делаешь, все, что ты создаешь, это не теряется. Как не теряется твоя структура, твоя квалификация? Тебе не нужно повторять квалификацию из месяца в месяц. Тебя компания не выкидывает, если ты не сделал, допустим, заказ через 4 месяца, через 5 месяцев. Ты свою позицию сохраняешь. И постепенно, работая над собой, ты сможешь получать и проценты от своей структуры, приглашая людей, да, и также ты сможешь реинвестировать те деньги, которые ты получаешь. Многие люди, они сначала мотивируются чем? Что я приглашу людей, да, я смогу оплачивать свои рассрочки. А на самом деле это тоже самая маленькая цель, которую можно поставить. Потому что если посмотрим маркетинг-план, да, здесь партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт, sky-эксперт, можно подниматься и иметь как высокую квалификацию, так и очень высокие вознаграждения.
Очень щедрый маркетинг-план. Так что партнер, быть партнером компании, я думаю, что это не цель, а просто-напросто факт, то, что ты здесь находишься. Дальше, консультант. Я как-то очень быстро проскочила через консультант, но хочу вам сказать, что консультант, также есть у меня в группе люди квалификации консультант, и они очень гордятся, то, что они получают свои премии, да, до пятого уровня. Компания имеет маркетинг-план линейный. Вот, квалификация лидер. Да, вот мы смотрим квалификацию лидер. Здесь вы также получаете, да, развиваете до шестого уровня. Получать с глубины. Поэтому как раз наша задача – это выстраивать группу. Так, квалификация мастер – это когда у тебя в первой линии три человека в квалификации лидер. Так, эксперт. Есть сейчас даже на связи, есть эксперты, дайте о себе знать. Вот, я верю в то, что вы подниметесь еще до топ-экспертов. Вот эта квалификация топ-эксперт, есть чему стремиться, это когда у вас, уже три мастера вашей первой линии. И, конечно же, глубину вы получаем очень достойные проценты. Здесь как раз показано, да, это и эксперт, и топ-эксперт, и sky-эксперт, они выходят уже на очень высокую, то есть глубокую глубину. Ну, можно так сказать, да, с 10 линии по 24 линию. Редко встретишь такие проценты в других сетевых маркетингах, в других компаниях. Хочу вам сказать, что в тех компаниях, в которых я работала, были более жесткие условия, и нужно было работать с утра до ночи и держать постоянно свою квалификацию в голове и повторять ее каждый месяц. Поэтому я смотрю с огромным уважением на данный маркетинг-план. Так, переходим, да? Дубликация. Продолжаю. Так, развитие. Конечно же, определенный принцип, когда ты входишь в бизнес, да, определенный принцип для тебя – это развитие, ты развиваешься. Это принцип связан полностью со всем новым. Новая профессия, новое дело и то развитие, которое каждый день происходит, вот, это тебе помогает общаться и с успешными людьми, привлекать людей сюда. Что входит в развитие? Чтение литературы, статей, просмотр вебинаров, новостей, роликов компании, изучение новых методов, расширение своей зоны комфорта, да, необходимо менять свои привычки, да, это тоже входит в развитие. И то, что развитие – это очень важно для тебя, это факт, потому что это бизнес, это твой бизнес. Это не бизнес твоего наставника, не бизнес твоего спонсора. Это бизнес твой. Эти люди, они тебе помогают, видя твое желание, видя твое стремление и видя твои цели. Но они ни в коем случае не должны работать за тебя. Я всегда это понимала и всегда брала ответственность, чувствуя и видя, и зная то, что то дело, которым ты занимаешься, да, это дело в твоих руках, это твоя личная ответственность.
Вот. Я как женщина, может быть, относилась к чему больше? К тому, что мой бизнес, я его взращиваю, да, это как мое детище. Но есть люди, которые бизнес рассматривают не с точки зрения детища, да, а с точки зрения создать новый, 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 новый. И, в принципе, это также подход к своей жизни, это определенная твоя жизненная культура. Так, переходим дальше. Прежде чем продвигаться, да, продвигать идею компании, это работать с людьми, важно составить уникальное предложение. Уникальное предложение ценности. Потому что когда ты идешь к людям, когда ты говоришь, надо, чтобы это было у тебя в голове уже автоматом, да, на автомате. У меня это прописано, да. Я всегда говорю с другими, со своими знакомыми или с друзьями, если мы встречаемся, получите долю в компании, которая изменит индустрию транспорта. А что это? Да? А что это за собой несет? Что это несет вообще? Конечно же, это сопоставимо также с ценности, сопоставимые с миссией компании. Это улучшение комфорта жизни людей на планете. Это уменьшение аварий. Это освобождение почвы от дорожного покрытия. Это экономия денег, топлива. Когда ты это понимаешь, да, то, конечно же, легче тебе говорить с людьми. Так, дальше. Так, это я уже говорила, да? Ага. Чтобы повести людей за собой, да, существует определенное понимание, да, лидерства. Есть формула лидерства. Но вы знаете, есть люди, конечно же, в жизни, которые говорят, я не лидер. Ну, нет проблем. Но, однако же, эти люди, они также выстраивают свое дело. Они ведут людей за собой. В чем феномен? Потому что они обладают жаждой жизни. Они обладают определенной энергией, они имеют какую-то свою своеобразную харизму, они ставят свои большие цели, они помогают другим людям. И это формула лидерства, потому что они имеют определенную внутреннюю мотивацию. А внутренняя мотивация, это дорого стоит, можно так сказать. Хочу вам сказать, что здесь ни в коем случае не надо никого тянуть за собой, как говорится, пинать, да? Вот. Поэтому очень ценится также еще и осознанность, и работа в паре, партнерство. Вот. Это называется работать вместе. И, конечно, здесь есть свой жизненный генеральный план. Мы становимся интересны обществу, потому что создаем свой личный генеральный план, какой он есть у нас. И дальше уже через это создаем свой собственный личный бренд. Можно так сказать. Личный бренд. Сейчас это не только модное слово, но и на этом строится также еще и бизнес, и карьера многих молодых людей. И что из этого следует, да? Это то, что твое отношение к финансам. Какой твой генеральный план в твоих финансах? Да? Сюда также входят твои ценности. Карьера, досуг. Здоровье, фитнес, отношения, личность твоя, да, может быть, что-то твое личное, твоя личная профессия, работа, творчество, семья, твоя общественная деятельность, насколько ты занимаешься благотворительностью. Вот,
Личный генеральный план, он помогает тебе позиционировать себя, и как в соцсетях постоянно, может быть, писать какие-то свои посты интересные. И люди, они видят тебя живого человека, они видят и они хотят действительно работать с живым человеком, который цельный, который имеет ценности, несет определенные ценности. Вот. И это очень как раз полезно писать различные посты, выражать свое собственное мнение. И таким образом ты себе захватываешь еще внимание будущей аудитории. Итак, а сейчас поговорим, как раз тема нашего сегодняшнего вебинара, да, это дубликация. Как создать успех, да, это шаги, это дубликация, это повторение. Дубликация, это в понимании означает удвоение. В MLM дублицирование это распространение в глубину. И что помогает тебе вырастить глубину? Что помогает тебе вырастить структуру? Вот, это как раз работа с теми людьми, которых ты пригласил, обучить этих людей, чтобы они работали со своими людьми самостоятельно. Это создание своей, это система, это дублицирование тебя. Поэтому, когда в течение 1 месяца ты работаешь серьезно с тем человеком, которого ты пригласил, ты выращиваешь его до квалификации лидер, вот, то он также сможет помочь своим людям сделать квалификацию лидер. И также сможет сделать продажу, прямую продажу, вырастить клиентов, да, научиться строить бизнес свой, не спамить, а разговаривать с людьми, беседовать, входить действительно в серьезные отношения. И группа, она строится, когда строится в глубину, это здесь как раз и является твой успех, потому что здесь идет серьезный источник дохода. Потому что именно в сетевом маркетинге все сетевики, они мечтают поставить, построить для себя сеть и иметь источник постоянного дохода. Многие из них говорят, источник постоянного дохода на автомате. Как это можно назвать? Назовите. Но вот посмотрите, вот здесь справа такое солнышко, да? Солнышко. Это твое личное приглашение, приглашение на первую линию и то, что ты не развиваешь людей. Это огромный минус. Хотя много людей развивают именно в таком ракурсе свою сеть. Почему это происходит? Может быть, потому что человек, он ставит для себя цель, первую цель, а дальше он не идет. Первичная цель – это заработать деньги. Здесь и сейчас. И таким образом он не концентрируется на том, чтобы развивать человека, чтобы дальше с ним вести работу с его людьми. Он не погружается в глубину, не строит структуры вместе с этим человеком. Вот. Таким образом, человек это понимает, и он уходит. Ему приходится заново и заново и заново набирать и набирать и набирать свою первую линию. Есть понимание здесь в бизнесе сетевого бизнеса, это понимание работы на земле. Есть понимание, это работа в интернете. Сейчас моя задача рассмотреть работу на земле, да?
Из чего она состоит? Итак, я когда начинала свою работу, конечно же, я начинала со своих знакомых. Это список моих контактов. Это те люди, с которыми я училась, те люди, с которыми я работала, потому что я долгое время работала педагогом. Те люди, с которыми я, может быть, дружна, где-то встречалась в отпуске, это мои родственники и так далее. То есть я прописывала список. Список в течение моей жизни, моей карьеры, он увеличивался, потому что на тот момент, когда я вела бизнес, необходимо было иметь тетрадь и сделать записи контактов. И эта тетрадь у меня из тонкой тетради превратилась в толстую тетрадь. Это мне очень помогало. Помогало мне не просто-напросто приглашать людей в бизнес, но и возвращаться к своим контактам. Ни в коем случае те люди, с которыми я общалась, я делала заметки, пометки, и те люди, с которыми я общалась, однажды, которые говорили «нет», я к ним снова возвращалась через какой-то период времени. Но у меня в этих пометках у меня была определенная причина написана, почему этот человек сказал «нет». Вот. И даже те люди, с которыми я общалась ранее, у них что-то изменилось в своей жизни. Они потеряли работу или вошли в эпоху кризиса. Да? Они слушали меня внимательно или во второй, или в третий раз. Вы знаете, это очень хороший такой вот момент. Это работа с людьми и устанавливать долгосрочные отношения с людьми и со своими потенциальными партнерами или потенциальными клиентами. Да. И, конечно же, это расширение своего списка имен по жизни. Это можно каким образом сделать? Когда я переехала, поменяла город, я переехала в другой город, я, конечно же, стала выходить на разные мероприятия. Я стала посещать деловые завтраки, которые у нас проходили, организовывались предпринимателями, деловые завтраки с предпринимателями. Я стала посещать тренинги, где люди приходили учиться техникам продаж, техникам инвестирования. И я общалась с людьми, мы обменивались контактами, визитками. И вы знаете, это также мне помогло. И на сегодня у меня здесь, это стал мой родной город, и у меня появилось много друзей, и также появились инвестора. Благодаря такому активному продвижению меня в общественную жизнь. И каждый из вас это также может сделать, и ни в коем случае не нужно чего-то стесняться, чего-то бояться. Люди сами спрашивают, когда ты входишь в такой вот нетворкинг, да, люди сами спрашивают, а чем вы занимаетесь? И когда говоришь, да, они говорят, о, как это интересно, а можно поподробнее, пожалуйста? И самое главное, чтобы здесь себе не навредить. Сразу же не начинайте говорить о своем деле. Это нужно установить встречу. А давайте я вам позвоню завтра в 10 утра, вам будет удобно, мы договоримся о встрече. Хорошо. И это нужно делать не на бегу, не на скаку, потому что есть уже у меня опыт также, когда мне очень хочется, так как много эмоций, высказать сразу, да, а человека нет времени тебя услышать, понять, он выскажет свое возражение, ты хочешь выразить ответ какой-то, и у вас здесь контакт теряется. Очень важно устанавливать с ним, в какое время вы с ним выйдете на связь. На сегодня очень популярно
выйти на связь по скайпу, очень популярно через Zoom, да, через различные мессенджеры, да, через WhatsApp. Да, договоритесь о встрече, и уже в данный момент вы спокойно подготовитесь и придете с материалами. Потому что к любой встрече необходимо готовиться. Если вы хотите действительно сохранить долгосрочный контакт с этим человеком. Вот, таким образом, да, делайте приглашение. Дальше это встреча. Следующий шаг, это может быть вторая встреча. Вторая встреча, если это первая ваша встреча, это офлайн, то есть где-либо вы пьете с человеком кофе, беседуете о жизни, беседуете о своих целях, о своих ценностях, о своих направлениях, почему вы вошли в данный проект, что послужило вашему толчку, да, что вы здесь видите ценного. Ну и следующий шаг, да, вы с человеком, конечно же, можете договориться о чем, что, выходя, что вы можете этому человеку отправить различные ролики, программы, да, и отправить для него ссылку. Ссылку личного кабинета, где человек, он может для себя открыть кабинет, рассмотреть инвестиционные пакеты, и как раз во второй встрече вы с ним выходите также на связь и обсуждаете, что именно, с какого пакета стартануть, и иногда даже помогаете это сделать. Ну, а еще один шаг – это вы показываете человеку, где найти новости, видеоролики, ответы на вопросы, и вы можете уже по существу разобрать его какие-либо страхи, какие-либо возражения, внутренние возражения, потому что почему человек не инвестирует? Только потому, что ему страшно. Почему человек, он не строит бизнес? Потому что он не несет его вперед, так как не ощутил ценность. Может быть, он приобрел для себя пакет, как на всякий случай, и положил на, как бы, в долгий ящик. Дальше. Предложение через выгоды. Да, давайте мы вот это разберем, потому что это очень важно. Очень многие люди, когда начинают говорить с человеком, это называется «Остапа понесло», да, и начинают говорить о себе. Я совершала такие же ошибки. Человек уставал слушать. Я видела потом у него такой, знаете, отстраненный взгляд. И я исследовала вот этот вот момент, кусок вот этой, вот этого времени, что я проводила с человеком. Оказывается, я говорила о себе, а на самом деле о себе это только начало. О себе это только сказать, я начала развиваться в уникальном проекте и какой-то определенный свой взгляд, почему я это увидела. А дальше... Следом, да, я даю информацию тебе, как. Я даю информацию тебе так, как. Так, как считаю, что ты можешь здесь. И пошли уже ваши предложения, которые закрывают его проблемы. Потому что вы не можете сразу же в лоб ему делать продажи, не зная его проблем. Да, может, у него дети, может, у него он хочет оставить наследство, да, у него есть масса целей жизненных и так далее. Вот. И, конечно, знать преимущество проекта, чтобы дать таблетку именно от его боли. Не от твоей личной боли, да, а от его боли. Мы говорим о нем. Ну и, конечно, какие выгоды получает этот человек, становясь партнером. Да? Если человек говорит,
я приобрету доли и обосновывает это, то нет проблем. Вы остаетесь прекрасными друзьями, знакомыми. И однако же свое какое-то свое время он может созреть, когда вы с ним продолжаете дружить и общаться. Да, продолжаю, да, продолжаю говорить о предложении, да. Ты получаешь выгодные условия инвестирования. Что именно ты получаешь? Ты можешь получить пакет долей с большим дисконтом. В будущем получишь прибыль от продажи своих долей. Ты как владелец долей будешь получать прибыль от всех будущих реализованных и действующих проектов. Безопасность и экологичность, что дает данный проект, да? И это еще вдобавок самый крупный бизнес за историю человечества. Знаете, когда с человеком беседуешь, то есть у него возражения. Но эти возражения, они, конечно же, идут от внутренних страхов также. Сегодня все возражения я разбирать не буду. Но у меня их накопилось в течение моей практики, да, огромное количество. Вот. И, конечно же, их можно разобрать, и я с вами это сделаю на следующей встрече, которая у нас состоится в следующий четверг. Я буду разбирать техники продаж, я буду говорить о возражениях. И желательно, конечно, я говорю, буду говорить о заключении сделки, я буду говорить о серьезном построении команды. И, конечно же, в данном случае ваша задача больше пригласить людей. Чем больше мы будем обращать внимание на обучение, развиваться, тем быстрее мы будем строить нашу группу и помогать. И компании, также и помогать дальше такой большой нашей индустрии, как краудфандинг. Вот, ну что ж, идем дальше. Мы разобрали, да, как, что, мы разобрали, что, да, вот это вот что. Что мы предлагаем, это мы разобрали. Поставьте, пожалуйста, какой-то плюсик, может быть, что-то понятно. Может быть, вы ушли куда-то пить чай, вы здесь не находитесь. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Угу. Супер, да, я вот тут вижу вас. Так. Угу. Так, продвигаемся? Продвигаемся. Да, Нина, спасибо. Спасибо всем вам за вашу поддержку. На самом деле, это мой такой вот первый вебинар в SVC, который я даю для вас, для всех. Вот. А так я просто работала со своей командой, но это было через другие ресурсы. Да. Спасибо. Да, продвигаемся дальше. Мы обсудили, что, а теперь переходим как. Да? Как мы делаем предложение? С какой позиции? Да? С позиции дающего или с позиции просящего? Как вам удобнее? Представьте себе, вот в таком, допустим, в такой позиции вы делаете предложение. Ты знаешь, а ну вот я вот здесь вот инвестировала, ну посмотри, пожалуйста, мне очень ценно твое мнение. Может быть, ты посмотришь, может быть, зря, а может быть, не зря. И посмотрите, ты передаешь власть другому человеку, который становится экспертом. И этот человек, он открывает полностью все видеоролики, да, находит что-то, какие-то троллинги, да, и начинает тебя воспитывать. Он берет власть и над тобой, он берет власть в свои руки, и он становится таким экспертом.
Я никогда с человеком не говорю на тему такую, посмотри, какое ты мнение составляешь, да, о том деле, которое я начала. Нет. Вот, эта позиция слабая. Я никогда не работаю с позиции просящего. Я всегда работаю с позиции дающего. Очень важно уважать себя, ни в коем случае не навязывать. Люди идут на вас, на вашу уверенность и на вашу энергию. И в этом случае, когда вы работаете, не по скриптам, а когда вы работаете через аргументы, первое, аргументы вы предоставляете себе. И когда, потому что сейчас очень многие, они начинают просто-напросто скрипт-ответ. Это работает на первых порах. Но самая сильная позиция, да, это дающего, это через переговоры. Через переговоры. И здесь становитесь мастером, читайте книги, слушайте вебинары, развивайтесь и смотрите на тот, на те переговоры, которые проводят сильные мира сего, изучайте у них, как они готовятся, как они смотрят, как они занимают позицию, да, как они держат руки, как они не уводят взгляд, когда они честны в своем предложении. Потому что однажды я встречалась с одним переговорщиком, с одной женщиной общалась, она мне делала деловое предложение. И ее взгляд, он бегал вот так. Она говорила очень хорошие вещи, но я не пошла за ней, на вторую встречу к ней только потому, что у меня не было доверия. Прямой взгляд, когда ты не отводишь взгляд, когда тебе задают вопрос. Когда ты уважаешь себя, не кидаешься тут же отвечать на какое-либо хамство, да, когда ты разворачиваешься и говоришь человеку, извините, вы мне не подходите. Это определенная смелость, когда человек он начинает неуважительно относиться. Именно поэтому этот бизнес – это твой бизнес. Он в твоих руках. И нет ничего страшного, когда тебе говорят слово «нет». Вот, ты всего лишь проходишь обучение, да, и это всего лишь над чем работать. И каждое слово «нет» приближает тебя к «да». Научитесь даже «нет» считать. «Нет, нет, нет, да». Полюбите это слово. «Нет, нет, нет, да». И всегда еще есть такое понимание, что нужно отметить. Отметить свой небольшой успех. Сделав квалификацию лидер, отметьте это со своими друзьями. Сходите куда-то в кино, в парк, может быть, посидите, выпейте по коктейльчику, поговорите о чем-то. Можно сходить в кино, можно просто провести этот день со своей семьей, отметить в голове свой успех, закрепить. Потому что наш мозг, он должен закреплять победы, чтобы это было приятно тебе. Почему многие люди уходят? Да потому что они не хотят делать бизнес без удовольствия. Они не любят бизнес или не любят дело, которое удовольствие в чем-то не приносит, а приносит, может быть, какое-то сопротивление, где-то какой-то через какие-то трудности человек проходит. Нет. Создавайте бизнес, чтобы этот был бизнес легко, чтобы была простая дублицируемая система. Общайтесь с людьми, которые вам нравятся. Не загромождайте себя разными проблемами. Переходим дальше.
Ага. Как инструменты вовлечения используйте вебинары. Сейчас пройдет ряд вебинаров, и вы знаете ряд презентаций. Слушайте, воспринимайте, входите в систему. Я с удовольствием проведу для вас ряд вебинаров. Я сейчас уже записываю, я каждый день записываю свои видеоролики. Они у меня находятся на моей платформе. Позже я их буду выставлять. Вот, однако же, поделюсь полностью всеми какими-то фишками. Будем вводить курс новичков. Да, также знакомьтесь с презентациями компании. Новички, они должны действительно получить для себя фактор какой, что есть система, есть обучение и есть люди, на кого можно ориентироваться. Да. Ну и, конечно же, оперативно нужно решать какие-то вопросы со своими людьми, не оставлять их надолго в одиночке, да, потому что человек охладеет, человек потом не выходит на связь. Именно поэтому своим новым людям техника заданий, вы даете им задание, вы даете им задачу, вы проверяете. Здесь вы куратор. Куратор – это кто такой? Это человек, который проверяет задания. Давайте ему небольшие задания человеку. А почему бы не дать задание, допустим, список целей? Поставь, я проверю. А почему бы не дать задание, да, какое ты составил для себя уникальное предложение, да, в твоем понимании? Дальше. Твое задание. Задание для тебя это может быть в социальной сети ты сделал для себя прекрасный аватар, да, аватарку выставил, пост написал, какое-то продвижение себя, какое-то позиционирование. Ты отмечаешь обязательно, может быть, каким-то комментарием. И вы знаете, насколько приятно, когда мои партнеры поддерживают меня в комментариях тех постов, которые я выставляю, я тоже поддерживаю. Это происходит создать соединение, да, единомышленники, они проживают каждый день, и также идет нарастание, нарастание вот этой силы. И потому что бизнес, сетевой бизнес, да, это не 100% собственных усилий, а по 1% от усилий 100 человек. Так. Вводите людей в чаты, в группы, социальные сети. Вот. Я хочу сказать, что когда мы это делаем, то ни в коем случае не надо людей доставать. Постоянно доставать и доставать. Нет. Мы не достаем, нужно вести себя всегда корректно. Дальше. По группе. Если у вас появился от ваших партнеров, пошли люди, и вы в группе в течение нескольких, может быть, месяцев замечаете, что есть люди, которые не приобретают пакеты, просто зарегистрированы. Есть люди, которые приобрели маленький пакет долей и больше не инвестируют. Есть люди, которые прекратили рассрочку. Есть такие люди, да? Так вот, вы можете поднять трубку телефона, да, поднять телефон и перезвонить человеку и пообщаться, познакомиться, пообщаться. Какова причина была покупки долей в компании? Если человек остановился, он инвестировал, да, и дальше не развивается, спросите его, как бы вы порекомендовали наше дело, компанию, да, своим друзьям. Как бы вы это порекомендовали? Тем более, что сейчас идет такая акция в компании замечательная. Какая вам необходима поддержка? Может быть, какие-то вопросы у вас есть? Давайте мы с вами побеседуем. В чем нужна моя помощь? Да? Ну и следом, да, на старте интернет-продвижения многие люди сталкиваются с тем, что нужно определиться с целевой аудиторией. Здесь также в современном сетевом мире существует интернет-маркетинг.
маркетинг, существует интернет-продвижение. Для чего? Потому что это наше будущее поколение сетевое, оно переходит в интернет. С разными системами продвижения через интернет вы сможете познакомиться на вебинаре с Русланом Багировым с Екатеринбурга. Он будет проводить школу, он будет проводить вебинар. И как только вы увидите, что у него пойдет такой вебинар, обязательно регистрируйтесь и послушайте, насколько четко, интересно молодой человек расскажет, что такое аватар клиента, как можно создать целевую аудиторию, что такое контент-план, да, как вдохновлять, показывать свой собственный пример, да, как показывать выход из ситуации, какими словами говорить, да, как создавать, как видеть потребности аудитории, выявлять эти аудитории, потому что при интернет-продвижении это очень важно. Да? Дальше, как переводить на консультацию в скайпе, потому что некоторые люди, они выходят в интернет, ведут свои страницы социальные, но на консультацию в скайп, на консультацию в мессенджер, да, редко переводят людей. Как подготовиться к этому процессу, как поговорить об этом? Это необходимая школа, эта школа обязательно состоится, и это будет эта целая тема вебинара. И, конечно же, мы своими постами влияем на развитие продуктивности, нашей продуктивности, и в каком случае людей направлять на лендинг. Когда мы с ними общаемся, когда мы спрашиваем разрешение в чем-то, но когда мы берем, копируем лендинг, да, с нашей страницы партнерской, и когда мы лендинг отправляем в различные мессенджеры, не общаясь с людьми, это называется спам. Мы спамим. И люди, они на нас смотрят, это что? И потом некоторые из них избегают, перестают общаться. Интернет-маркетинг, он имеет определенные свои фишки, ходы, этому также надо учиться. Я когда стала говорить с людьми, я когда стала... Ага, вот, пошло, поехало. Так, что-то у меня не двигается. Вот я скопировала свою страничку, да, в Инстаграме у меня есть страничка, и я очень часто выставляю там различные посты. Вот когда я была в Швейцарии, я отдыхала, я там сфотографировалась, и как я лежу, отдыхаю, и я написала пост такой небольшой, вот, про инвестирование. И один молодой человек, да, и у меня есть там целевая аудитория, и у меня один молодой человек написал, как можно более подробно узнать о компании, можно ли получить информацию на WhatsApp. В дальнейшем мы с ним созвонились, встретились, мило пообщались. Ну, вы знаете, это, как говорится, цепляет. Даже если этот человек не стал инвестором, я думаю, что это хороший опыт, просто его нужно внедрять и стремиться дальше. Вот. И что такое построение группы, то, что как мы стремимся ее выстроить, да, это принцип рычага. Поднять свой собственный бизнес в сетевом маркетинге, он строится только лишь на принципе рычага. Точка опоры – это вы, ваша команда, которая работает в одной системе. Когда ты хочешь поднять свои глобальные цели, или ты хочешь поднять цели компании, хочешь поднять вообще в принципе бизнес компании и сделать компанию номер один, то здесь срабатывает принцип рычага. Опыт других людей, складывается знание, деньги, время, усилия и технологии.
И как однажды сказал Архимед, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Если каждый будет сам за себя, то здесь теряется точка опоры. Если мы выбираем точку опоры в чем-то в другом, допустим, смещаем, да? Если точку опоры ставим на деньги, если мы точку опоры ставим на технологию, то мы смещаем это. Нужно действительно рассмотреть всей командой точку опоры. Это ты и команда, это люди. Это идет изнутри, это идет от человека, и это идет от человека к человеку. Идем дальше. Работа с командой. Обучайте их дубликации и вовлекайте их в систему. Ну да, в принципе, я об этом как раз и говорила. И сюда нужно включать еще и лидерское отношение в команде. Я на следующем также вебинаре поговорю о принципах работы в команде. И еще также у нас будут люди, российские спикеры, которые будут передавать свой собственный опыт. С удовольствием послушаем. Вот, личный план на неделю, личный план на месяц и так далее и тому подобное. Кого я вношу в свой личный план? Я строю свои планы. Я вношу также план работы с теми людьми, не которых я обзваниваю, давай работать вместе с тобой. Нет, а те, которые звонят, с тем, с которыми мы вместе заявляют о себе, ставят цели, и мы делаем бизнес вместе. Я не трачу время на того человека, который говорит, меня не трогайте, я не хочу. Я ставлю в план вот сюда, в свой личный план и на неделю, или на месяц, работу с людьми, которые желают. И вот эта сила рычага, вот на этом сегодняшний вебинар я хочу закончить. Мы с вами в течение часа с вами беседуем. И мы выявили эту цель, эту силу, да? Мы выявили те точки, да, самая главная точка опоры. Ну и, конечно же, вот здесь вот доллар, да, это деньги, но это деньги смысловые, а это смысл. Чему это деньги? Какие цели вкладываешь ты вот в эти финансы, да? И сила рычага. То есть если мы даже хотим поднять все 15 периодов компании, да, это сила рычага, это люди. Поэтому это очень важно, так как мы здесь, мы все вместе сейчас развиваемся в индустрии такой, люди навалились всем миром, краудфандинг, да, но однако же по принципам сетевого бизнеса, вот, вот эта вот сила рычага также, ее также и желает видеть и все руководство, и также наш создатель нашего уникального, гениального продукта, с которым мы работаем. Вот, ну что ж, завершаем. Если есть какие-то вопросы, я отвечу. Если есть какие-то у вас, может быть, желание что-то написать, напишите мне, пожалуйста. Настолько мне важна также ваша поддержка, ваши отзывы, ваши отклики, наше единение, да, и какую... Так, ага. И, да, спасибо вам большое. Не вижу пока откликов, но надеюсь, они есть. А, так, вау. Ну, спасибо. Очень приятно, да. Настолько мы с вами провели время не зря. Все поступит в запись. Ну и что ж, друзья, до новых встреч. Благодарю вас. Если есть какие-то вопросы, можете прописывать, я их обязательно озвучу, да, на следующем моем вебинаре. Следите.
в расписании компании. Благодарю, будет еще больше. Машенька, будет у нас куча интерактива, и сделаем мы, поделюсь массой фишек, это обязательно.